Очень странная ситуация произошла с Анастасией Костенко в Дубае. Еще до рождения второй дочери Дмитрий Тарасов решил вывести свою супругу Анастасию на курорт. И, конечно, с собой они взяли маленькую дочь Милану. Однако и там девушке досталось от хейтеров. Некоторые из подписчиков возмутились тем, что Костенко надевает дочери на пляж памперсы. По их мнению, это негативно сказывается на здоровье. К удивлению многих, Анастасия дала неожиданный ответ. Она заявила, что на Милане нет памперса. Очевидно, что подписчики под словом «памперс» имели в виду подгузники как таковые. Ведь данное слово, как и в случае с ксероксом, уже давно превратилось в нарицательное. Однако Костенко стояла на своем и говорила, что памперсов нет. Хотя есть очевидные доказательства обратного. Немного ранее девушка опубликовала фото дочери, где из-под купальника явно выглядывают элементы трусиков для малышей. Скорее всего, Костенко по какой-то причине стыдится собственной дочери. Но почему? Ведь в ее возрасте пользоваться памперсами – это норма. Видимо, до такого состояния девушку довел Тарасов, ведь его жена постоянно подвергается критике. То из-за того, что употребляет спиртное, будучи в положении, то из-за того, что неумело обращается с ребенком. Из-за всего этого Дмитрий мог отчитывать жену, чтобы она его не позорила. Нотации, похоже, настолько промыли мозги Анастасии, что она уже лишний раз боится навлекать на себя гнев публики. К слову, контролировать своих женщин Тарасову не впервые. Так с Ольгой Бузовой у него была договоренность, что если она начинает говорить лишнее, то он незаметно ее отдергивает. Видимо, традиция перекочевала и в его новую семью.